Кеда своей историей о том, как песня не только помогает жить, как она спасает иногда жизни. Их предок, дедушка Яков, во время финской войны попал в плен. Его посадили в сарай, заперли, и он на второй день запел. Он запел по-мордовски. А мордовский язык и финский, они схожи по звучанию. И финны, когда услышали, они просто открыли ворота, и он вернулся к своим и остался жив. Вот такая история до сих пор живет в этой семье. По-мордовски что-то поете, вот когда собираете?